Здравствуйте, это прогноз погоды на телеканале ПС. Новый день для меня – это праздник, и вам передам позитивный настрой. Каждый внутри озорник и проказник, и вечно в душе молодой. О погоде в Архангельской области на 16 апреля, среда. И как всегда начнем с Котласа. Там сегодня пасмурно, дождь и температура воздуха плюс 5. В Плесецке тоже дождливо в течение дня, плюс 4 и вечером снег. И Вельск сегодня не остался без своей порции весеннего дождя. Температура воздуха в течение дня плюс 7. И о погоде в Архангельске. Утром малооблачно, плюс 3 на термометрах. Днем ясное небо, солнышко прогреет северный архангельский воздух до плюс 4. Но вот вечером под ясным небом и звездами температура опустится до минус 2. Весна. Время любви. Девчонка, девчоночка, темные очи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости разговоры мне эти. За любовь твою отдам все на свете. До встречи завтра на телеканале «Как? Да, ПС».